Да нет, это не для меня. Да что ты, Катя? Ты же самая талантливая девушка в коллективе. Да, ладно, ты что? Да ты же лучше нас всех поймешь. Ой, ну что вы, ребята, да я не справлюсь. И вообще не стесняюсь. Вы уговариваете, ну не хочет человек, зачем уговаривать? Я вместо нее нам могу спеть. Ну что, вы нам не подойдете? А кто это сказал? Почему это она подойдет, я нет, почему? У Кати голос. Вот сейчас вы как председатель правкома меня взяли и оскорбили. Как есть, оскорбили. Денис Акадьевич, не расстраивайтесь. Понимаете, девочкам очень важно проявить себя. Да. Очень, Денис Акадьевич. Ну уж нет. Я буду выступать, чего бы мне это не стоило. Чего бы вам это не стоило. Денис Акадьевич, вы что удумали? Подождите. Вот и задумали. Лиза, но ведь ты тоже хорошо поешь. Отстань с Ничкин, не мешай. Кать, ну что, споешь? Я? Ой, ну ребята, ведь чтобы петь, нужно желание и хорошее настроение. Так ты, значит, согласна? Ой, ну я не знаю, мне надо подумать. Значит, согласна. Девочки, готовьте наряды. Слушай, а если мне нужно, знаешь, пойдем, мне расскажу. Лида, Лида, а как же я? А ты странный ты, Синичкин. Речь идет об общем деле, а ты только о себе думаешь. Ну, Лида! Разве можно сказать, что такое весна? Это знают они, журавли. Разве можно сказать, что такое волна? О волне знают только одни корабли. Опять река ломает лед, опять влюблённый не разобрал. А я все жду, когда уйдет. Сказать о любви, этих слов не найти ни в одном словаре. Опять река ломает лёд, опять влюблённый не расстанет, а я всё жду, когда придёт. В чем дело, товарищ лейтенант? Опять волна задунайская бушует. Какая волна? Ты что, не знаешь? Артистка! Сильву поет! О, кто ж ее не знает? Вы же каждое воскресенье нас на эту Сильву водите. Отставить? Так точно отставить. Так вот, мы должны ее задержать. За что?
Да ни за что! А для чего? Понимаешь, она одна собирается петь весь концерт. Одна? Да глупо тигрение! Задержим, товарищ лейтенант! Так, порядочник, да. А как мы ее задержим? Мы ведь в военной форме, она нас узнает. Что-нибудь придумаем. Прикинемся артистами. Так точно. Нет. Я сама знаю, что формат, что не формат. Слушайте, вы что, на корабле хотите? Я сейчас устрою. Устрою, хотите, да? Какие будут приказания, товарищ лейтенант? Взять на абордаж! Есть! Взять на абордаж! Я не поняла. Заслуженная артистка распевается. Вы мешаете. Некрасиво, понимаете? Ми, ми, ма, ми. Кто вы такие? Мы новенькие. Из самодеятельности, что ли? Или из оркестра какого-нибудь закудрала? Из училища. Так точно, из училища. Из какого? Из военная тайна. Слушайте, а почему вы в морской форме? А мы репетируем, да, дуэт Фомы и Филиппа. Вольный ветер. Вольный ветер, чёрт возьми, детишек родила дома. На было дело, было давно. Пришла молодежь, все роли забрала, да, смена якобы. Между прочим, я даже Снегурочку пила. Принцкого Корсакова. Дома, правда. Ну, еще бы! У вас, наверное, мэнса? Колоратура. А вы вообще знаете, кто я? Конечно! Матильда Ивановна! Вы ведь рвала задунайская! Да вас трижды выдвигали в местком! Дважды ходатайствовали о присвоении какого-нибудь звания! Четырежды выдвигали вашу кандидатуру на пенсию! Скоро! Скоро вся общественность отметит ваш юбилей! Товарищ лейтенант, уже отмечали! Так это двойной! А теперь тройной! 60 лет на сцене! 50 лет в профсоюз! И 40 лет со дня рождения! Эх, слушайте, мальчики, там концерт сейчас идет. Я растерялась. Не знаю, с чего начать. То ли с чиниты, то ли с пипиты. А может быть, сильвы? Матильда! Я растерялась. Чего хотите, с того начинайте, но только не сильвы! Да, вы правы. Сильвой я закончу. Ведь я пою ее уже 60 лет. Остались, значит, на сверхсрочную. Почти смешно. И не тяжело? Голубчик. Ну, кому не тяжело носить такую ношу? Ну, 110 кг, ну, кому не тяжело? Искусство требует жертв. Пошла. Матильда Ивановна, одну минуточку, Матильда Ивановна, поделитесь своим опытом. Ну, еще чего, мой опыт это мой. Матильда Ивановна, покажите что-нибудь. Да не хочу я. Ну, пожалуйста, Матильда Ивановна. Да некогда мне. Ну, мы вас очень просим. Да не умею я, ну, хорошо. Хорошо, я согласна. Учитесь, мальчики. Молодежные все пути у нас открыты. Молодым у нас везде зеленый свет. Боюсь я, что мою колоратуру не услышит ни второй, ни третий ряд. Настоящие ценители культуры даже первого обычно не себя. Че-че-че! Че-че-че? Какая ча-ча-ча? Зачем ча? О! Ча-ча-ча. Ты испугал. И ча... Дурачок. Частица. Ча-ча-ча. Да ты тебя врача. И сила, и ча.
я знать все свои права. Без труда принять актера можно в трубу. А уволить черта с два. Просыпь с родной меня не достойную. Слава Богу, есть законы по труду. Даже если и на пенсию я пойду, буду петь свои два месяца готов. Все. А ты что, Витя? Ча-ча. Понравилось, что ли? А? Понравилось? Ну-ка, понял. Понятно, ради. Бог мой, я там жена самодеятельностью. Частица. Чёрт нас! Закричина по часу. И сила зазвучала в нашу душе пока.
имею честь знать, с кем разговариваю. Вахта! Сусик! Это ж я, твоя ласточка! Я Сусик! На Небождан! А кто? А, вы, наверное, думаете, что я Сусик Богдан. А я не Богдан. Я его брат, Василий. Мы братья, близнецы. Нас еще в детстве путали. Только по бакенбардам и различаемся. А где же Богдан? А это я хотел бы у вас узнать, Параська Никаноровна. Стоп! Ежели вы не Богдана, брата Василий, то откуда же вы знаете, что я Параська Никаноровна? А я не знаю. Ей-богу, не знаю. Это Богдан знает, а я не знаю. И потом, если я Богдан, то где у меня бакенбарды? А раз бакенбардов нет, то я не Богдан, а его брат Василий. Так, а где же мой Богдан? А? Где? Помер! Помер! Царство ему небесное. А бакенбарды перед смертью сбрил. И теперь я не знаю, то ли Богдан помер, царство ему небесное, то ли это я помер. Дай Бог мне здоровья. Богдан мой помер! Помер! Ой, держите меня! Да вы что ж, не держите меня! Волнения, травяное повышается одобрение, зачастую аппетит уменьшается, и к тому же внешний вид ухудшается. Дайте плюс. Разговорная тема, у тебя.
техникумом. Ну, не беда. Пойду, автограф получу. И свой поставлю. Какой умный вид у этого болвана. Да где ты там, красавица? Иди сюда, паразитка такая. Теперь я пригласить хочу на танец вас. И не случайно, это танец вальс. С легким, изящным поклоном с вами проститься печаль. Вальс — это танец влюбленных. Вальс — это все-таки вальс. Все вы!
услышим серенаду. Встречайте! Свадьба с генералом!
О, Мартин, ну чего? Отчего вы такая бездушная? И такая бессердечная, такая безжалостная? Ах, Мартин, вообще, с вашим голосом, если вы предельно честны, не акушерством заниматься, а петь Анна Мартынина в публичных! В собрании? Ох, какой вы, право, несносный! Душно-с мне с вами! Я чувствую, что у меня будет сейчас разрыв сердца! Иван, ну отчего же мне так душно? Это от того, что вы вспотелись. Фи! Как вы вульгарны! Что за фасон де фаре? Сразу видно, что вы не француз. Увы. А я обожаю французов. Анна Мартынна, а чего их обожаете? Они же не лучше к тому едят. Слушайте, у каждого свое муню. Ах, какие же они душки, эти французы. Я про их романы читаю и про стыру кипаюсь. Анна Мартынна, вы вот с нашими не пробуйте, а то точно упьетесь. Аристократическому обществу, а мы здесь так по-нашему, на прямой части. Иван Михайлович, да вы к тому же еще и полоумный. Ах, оставьте меня! Ну почему же? Вы еще не поняли, дайте мне атмосферу. О, слышите? Это, пожалуйста. Возьмите мой веер и махайте на меня. Махайте! Махайте! Да не здесь, а вот тут махайте. Пожалуйста, Мартын, пожалуйста. Чудная женщина. Знаете, друзья, влюблюсь. Больше влюблюсь. Дайте мне восторга. Поэзий, бурю. Чего-с? Дайте мне бурю. Бурю? А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть какой-то там покой. Анна Мартынна, умоляю, одну только ноту. Противный. Только для вас! Цвела сирень, сирень цвела, пьянила и дурманила, я слов люблю.
Да.
да. Признаться, я немного удивлен. Черт возьми, да это не может быть Луиза. Ведь она в возрасте моей мамаши. Сеньор, но, увы, мои убеждения склоняются перед волей моего отца. Отца? Так значит, это она? Боже, до чего слепы бывают родители? Сеньор, ну а чего же вы не садитесь? Я робею перед вашей снисходительностью. Я понимаю, сеньор, что вы удивлены моей благосклонностью. Я была предубеждена против вас, но это просто потому, что мне совсем иначе описали вас. И вас! А мне вас, сеньора. Но когда я вас увидела, я была поражена. Мне говорили, что вы маленький, худенький, курносенький, а вы, сеньор, у вас такая благородная внешность, такие манеры, такая улыбка. Сеньор, вас так много рыцарского! Сеньора, позвольте поблагодарить эти губы за их доброту. Oh,
лет назад. Единогласно. Вам равных нет. Всех будем награждать.